Ау, люди! Ау! Есть тут кто-нибудь или нет вообще? Чего орать-то? Ходят тут, ходят. Никакого покоя пенсионеру. Пенсионеру? А на вид, дед, ты больше на бомжа похож. Какая пенсия? Какой вид? Не заботитесь вы о нас, о стариках. Чего ты скулишь? Не скули, ты лучше помоги мне в царство Кощея Бессмертного пробраться. Хочу Василису Прекрасную. Того. Чего? Освободить, короче. Еще один герой выискался. Одному бабушку-ягу подавай, другому Кощея. Все нас пенсионеру хотят. Чего? Ну, обидеть, короче. А главное, что все через мой лес норовят. Что, другой дороги нету? Что ты скулишь? Ты не скули, а помоги мне. Вот говорят, у тебя шапка-невидимка есть. Волшебная. Ну, дай мне ее. Чтоб я мог в царство Кощею Бессмертному незаметно пробраться. А то вот так вот можно и отгрести, понимаешь? Прошу. По-хорошему. Пока. Ну, так и быть. Дам я тебе шапку-невидимку. А ну. Держи, добрый молодец. Это точно шапка? Точно. О, невидимка? Да. Ну, и что это за шапка-невидимка? Я же вот себя вижу. Неправильно надел. А как? Надо вот так. Давай, помогай. Таша? А? Теперь что-нибудь видишь? Не, сейчас нифига не вижу вообще. То-то. Настоящая шапка. Тире невидимка. Волшебная. А главное, что снять ее нельзя. Ну-ка, попробуй. Никак. Ну, бывай, мил человек. Ходят тут пенсионеров и бежают. Ты сначала-то сам попробуй. До пенсии ты живи.